каждый день новый район, новые люди, новые встречи. И это здорово. Мы поняли, что мы нужны. Вот это самое главное. То есть вот тот, как сказать, огромный потенциал, что ли, человеческого общения, который мы накопили вот в этом году в Сибири 25 лет. И прошли мы 200, более 250 тысяч километров вокруг планеты и во всех, можно сказать, регионах. И посетили 50 государств. Вот обо всем этом рассказать, и тем более в честь 200-летия Омской области. Люди встречали, там, знаете, как-то, ну, незнакомые совершенно люди, где-то им там позвонили, они, значит, там это, вышли с хлебом, солью. Вот я говорю, что как, чем меньше поселок, тем, как говорят, крепче и встречали. Мне очень понравилось, время пролетело очень быстро, но я была только на север ходила, то есть 3 недели, на север до Мавабичи и обратно. Ну, получается, побывала и на Сибири походила, и на жемчужине. Когда Сибирь стояла в Тевризе, мы уже пошли, то есть я выступала, вела некоторые встречи. Красиво, когда вот там на севере, вот в районе Большой речи, когда уже такие горы там есть, вот очень-очень красиво. Я сделала очень много фотографий на закате. Я даже не думала, что у нас в России можно делать, ну, такие красивые фотографии, там, как, ну, как в Турции где-нибудь, то есть там на фоне деревьев, там ветки, вот закат такой, яхты, очень-очень красиво.